Добрейшее всем, дамы и господа, с вами Кульн, и добро пожаловать на новую Пушету Fight 3. Сегодня я, Сима, 14 числа, да, наверняка многие знают, многие понимают то, что в этот день у нас как бы, ну, того, я все же, пожалуй, говорить не буду, все, думаю, многие знают и понимают, что за 14 февраля, день такой особенный, ну и вот что, да. В этот день предстоит спасать Шибату, у которого там начались прям серьезные проблемы из-за того, что приперлись к нему фанатки. Фанатки, с которыми придется разбираться, ну и как-то с ними заморочиться. Так что, ладно, давайте-ка будем приступать, не будем затягиваться, иначе там сейчас Шибату унесут куда-нибудь да подальше. Так, ну, для начала, конечно же, придется зайти через ивент Прута, чтобы начать этот вот такой вот квестик. Но все же. Привет, я искал тебя, нам нужно поговорить, взгляни на это письмо. Дорогой доктор Шибат. Блеск ваших очков сводит меня с ума, умоляю, позвольте мне стать вашей ассистенткой или хотя бы подопытной. Жутко, правда? Уже третье любовное письмо за сегодня. Девушки караулят меня возле пустой комнаты, каждый год одно и то же. Прошу, отвлеки их, я не могу спокойно пройти на рабочее место. Да сейчас разберемся без проблем, тут у нас выживание, поэтому я сейчас буду делать свое доброе дело при помощи моего сета-незнакомца. О, да, бегите. Сейчас будем разбираться с такими людьми. Так. А куда? Ай-яй-яй. Лежать. Забрали первую. В дыхательницу. Ох, да! Конечно бы, всем бы такое, ребят, но, думаю, это всего лишь только мечты. Так, вторая приперлась. Давай-ка сразу же на месте. Забираю, хорошо. Старый, добрый, но надежный герой делает свое дело. Так, и перфекты при этом есть. Вот так вот. Бабы нету, поэтому чё уж, придется себе немножко смириться. Так. Забираю третью. Готово. Осталось лишь только двое. Двое. И положить при этом одну из них теневушечкой. Вот так вот. Хорошо. Забрал. Последнее на очереди моей. Ну и сейчас я буду критовать, наверное, потому что ведь как-никак с этим не знакомство. Тут я могу критануть у него, я могу не критануть. Так что все может быть. Летим. Нет, не кританул. Никаким приемом не кританул. Печально, но положил. Хорошо. Разобрались. Шибата теперь спокоен, по крайней мере. Но, боюсь, ненадолго. Там ведь кое-что дальше, там сейчас еще будет. Сейчас увидим и узнаем. Наконец-то! Я так хотел прочесть сегодняшние сигналы пустой комнаты. Так, что это у нас? Невероятно, я чуть не пропустил ее. Ты ведь ее помнишь? Мы видели ее прежде, Верховная Бритресса. Идеальное существо, кости из другого мира. Иногда мне удается поймать ее перемещение в других мирах. Откуда она пришла к нам? Какие тайны она хранит? Мне нужны ответы. Она у нас из мира Иту. Если же, конечно же, кто это проходил. Я должен узнать, откуда появляется арбитресса. Ты куда не торопишься? Хочу проверить одну гипотезу. Возможно, ты уже знаешь, что пустая комната может симулировать ботов из разных миров. Мы можем это использовать.
Если нам удастся поймать бота с той же частотой, что у Арбитресса, я смогу проанализировать координаты этого мира и построить портал, который переместит нас туда. Поперли! Поможем Шибате! Как-никак, надо же разобраться с Арбитрессой. Опять же, 5 противничков и загадочные боты у нас поперли. Да. Забрали первого. Второй. Попер. Все. Хорошо. Опять же, я при помощи света незнакомца спокойно справляюсь. Ну, я, наверное, пожалуй, все буду ивенты проходить за этот сет. В том числе и тот, который должен будет появиться со штрафом. Так что пусть все так и будет. Хорошо, забрал. Летим дальше. Перфекту есть. Прекрасно. Ай-яй-яй. Хотел офигенно с подходов все сделать. Ну да ладно. Хорошо. Вот сейчас хорошо. Отлично получилось. И причем вовремя. Нет. Все, забрал. Последний батяра лишь только остался. И дальше только третья фаза. Третий момент, с которым предстоит разобраться вместе с Шибатой. Ага, все. Крит прилетел, все, спокойно батяру положил. Перфекто на месте, как всегда. Отлично. Так, давай-ка. Вот, вот этот, хватай его. Прокси, что случилось, почему доктор Шибата кричит? А, это ты, Кицуна, извини. Мы просто пытались выяснить, из какого мира происходит Верховная Арбитресса. Видимо, пустая комната случайно тебя вызвала. Меня никто не вызывал, я просто хотела повидать Прокси и отдать ему кое-что личное. Ладно, другой раз. А если вы хотите увидеть Арбитрессу, я вам помогу. Ведь она живет в моем родном мире. Я могу взять Прокси туда, ведь он там уже был. Или будет, честно говоря, я все еще путаюсь во временных линиях. Это все, чего я мог бы желать. Если встретите ее, передайте ей, пожалуйста, это письмо. Давай-ка. Ты помнишь эту временную линию? Здесь теневая сфера была с самого начала использована учеными. Рынок закрыт на санитарную обработку. Немедленно покиньте территорию. Ну уж и нет. А если у вас какие-то проблемы с этим, можете обратиться к моему другу. Прокси, кстати, у него высший разряд по выведению ботов из строя. Фейшеры боятся с нами связываться, сразу вызовут судей. А нам как раз они и нужны. И всего лишь 3 боя. Будем брать Арбитрессу в наши руки. И старый добрый рынок, который был в мире Иту. Так. Отлично. Минус первый судья. Там еще второй будет судья. И сама Арбитресса, которая решила сюда явиться на свой великолепный свет. Так. Не убей. Ха-ха!
Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Надо добивать. Хорошо, добил. А то просто не хотел меня сейчас тратить теневую, как-никак хочу на арбитресе завязать. А там же ведь сеть судьи, поэтому там жестко. Хорошо. Иди сюда, арбитресса. И лишь третий прием, а именно прием от мин кританул. Нападение на представителей закона является тяжким преступлением класса Си. Несус приказывает прекратить сопротивление. Госпожа Кива, подождите, вы были нам нужны. У нас для вас письмо от мистера Шибаты. И не просто от мистера, а из другого мира. Шибата из материальной временной линии. Ошибка. Недопустимо. Нексус приказывает передать доктору Шибате ответ Киба. Но вы даже не прочли его письмо. Читать это письмо не требуется. Нексус знает, что там написано. Иррациональные глупости. Нексус приказывает доставить доктору Шибате ответ. Что ж, таков вот ее аргумент. Но я залутал. Окей, пусть будет так. Ответное письмо? Скорее давайте его сюда. Ах, понятно, вот оно что. Вот почему мне казалось, что я где-то ее видел. Простите, мне нужно побыть одному. Спасибо за помощь. И это письмо можно увидеть вот здесь. Прямо у Киба. И оно выглядит вот так. Залутали лишние рубинчики. Так что вам это пригодится. Ну что, друзья мои, я буду завершать наш выпуск с Шибатой. Все же помогли ему сделать доброе дело, доставить письмо, ну и взамен получить ту самую ответочку. Эх, интересно, что для нас приготовила Кицуне? Ну, я думаю, это уже вопрос времени. Возможно, там что-то будет еще, но чертя опять же его знает. Хотелось бы повидать то, что она хотела нам передать. Ну, да ладно. Буду с вами прощаться. Ставьте лайки, записывайтесь на канал, ставьте крутые видосики. Ну и, конечно же, всем удачи и всем пока.